Доброго дня, подписчики и гости канала. Сегодня я закрываю домашнюю колбасу. Когда крутили колбасу, свет выключился, поэтому кадры будут довольно интересные. В общем, смотрите, делали мы домашнюю колбасу, потом закрываем ее в автоклав. Света нету, но мы не сдаемся. Мы крутим колбасу на рождественские праздники и на все света. Теперь эту всю колбаску мы жарим в духовке. Колбаску вы делаете своим способом, который вам больше всего нравится, до готовности. После нарезаете кусочками и отправляете в баночки. После того, как вы пожарили, остается немного такой водички от колбаски, жирка. Мы добавляем сюда по 3-4 столовые ложки в каждую баночку. Колбаска у меня свиная. В эту свиную колбаску часть, которая такая, нельзя порубить, мы больше ее перекрутили через мясорубку. Сало нарезали кубиками. Вот. Добавили соль, перец, чеснок. Чеснок добавляли свежий. Так же самое мы добавили сухую горчицу. Сухую горчицу добавили в зернышках. Вот, все это хорошо вымесили, все это хорошо отбили и начинили кишки. Кишки вы начиняете своим способом. Кишки я брала покупные в магазине. Вот. Начиняете это все, ну и выпекаете в духовке до готовности. Колбаску мы с одной стороны запекаем. Сейчас мы ее будем переворачивать на другую сторону запекать. Это там или нет, это уже такое дело. Так, перевернули. Ну и минут 10, чтобы запеклась эта сторона. Колбаска наша пожарилась. Сейчас я буду ее нарезать.
Эту колбаску я уже закрыла, крышечки я прокипятила. В некоторых случаях я крышки кипячу. Иногда не кипячу, просто промываю. А если у меня какие-то заготовки такие своеобразные, то я крышки могу прокипятить. Пока готовится колбаска в автоклаве, показываю вам последний раз своих бройлерных уточек. Эти уточки очень мои любимые. Вот. Очень много с ними интересных сюжетов у меня на канале есть в рубрике «Позитивчик». Могу сказать одно, что на следующий год обязательно заведу еще таких уточек. Вес каждой тушки у меня вышел 3300. Одна оказалась девочка, как я говорила, ну и второй был мальчик. Вот такую красоту я закрыла. Помимо колбасок, я еще и закрыла холодное, каши гречневые, ну и немного рисовой каши, две баночки. Холодное я закрывала с головы, отлично застыла. Колбаску вы видели. Часть колбаски я закрыла в банку. Часть колбасок я заморозила. Надеюсь на то, что все-таки со светом проблем не будет. Ну, что могу сказать? Могу сказать, что мы очень-очень остались довольны колбасы. У нас получилось очень много. Помимо этого, мы закрыли еще и каши, и холодное. И нарезали битки. В общем, мы довольны, мы к праздникам готовы. Хочу еще раз повторить, автоклав – это, конечно, кастрюлька, которая спасает нас очень-очень сильно. Нам не страшны ни отключения какие-то, ну, ничего. У нас всегда есть какие-то заготовки. По поводу бройлерных уточек, их заказали вдвоем, поэтому я очень рада, ну, в плане того, что мы забили, их продали. Ну, а с другой стороны, конечно, мне очень-очень жалко, потому что они меня веселили очень-очень сильно. С наступающими праздниками вас, дорогие друзья! Желаю вам здоровья, желаю вам счастья, мирного неба над головой, и чтобы ваши все желания исполнялись на 100%. Спасибо вам за просмотр, и до новых встреч, друзья, на канале «Удачный микс». Пока-пока!